Летела вот, и попала, блядь, и все, а что еще могу? А как он открывается? Ну что еще было? Ну, я не знаю, что в таких случаях могут рассказывать люди. Вот, вот. Наливай. Ну, во сколько это произошло? 12:30. Нет, 11:30. Нет, часы, нет, часы даже стоят. Ну и что, что стало? Да, часы же правильно идут. Мы 15 минут 12. Сейчас искали, у них 15 минут 12. Ну, это было... Это было в 11:30. Ну, вы находились на улице, да? Нет, дома. А пострадавшие есть? Есть. Женщина погибшая одна. Женщина умерла в хирургии. Алло. От ранения, от колотки. 49 лет. С 11:30 ночи не спим. Бдим. А во сколько это произошло? Это было без 15:12. У 11:12 остановились часы. Там, где погибла женщина. Где ее убило осколком. В живот. Вырезать не будете, будете правду говорить. Да? А то, как всегда говорит, говорят, все. Или Ольма, или Никитовка. А это Бессарабка. Жалко. Прятаться очень. Некуда. Да, прятаться нам некуда. У нас нет бомбоубежища рядом. Вот, зайдите, пожалуйста, посмотрите, где мы. Вот, сидим. С 11:30 ночи. Так это хотя бы... Иди сюда, иди. Иди сюда. Не одну ж ночь. Иди, он снимает, иди. Говорите, вы да. Говорите. Вот. Да, что, что говорить? Да, уже доктор этот приезжал, как его, Грим или Гром, или кто он там. Она проживала на втором этаже? Нет, она проживала она на первом этаже. На первом этаже, она этот... Видно, прям в спальню все вынесла, и она бежала к мужу. Она бежала к мужу, да, хотела мужа спасти с дивана. А сама упала возле дивана и говорит, кричит, говорит, помоги мне, говорит, спаси меня. Ой, благополучно. Ни света ж, ничего не было. За что, спрашивается, за что, до каких сколько пор это все будет продолжаться? Сил уже нет никаких. Будь ты проклят, сволочь, сволочь, Господи, за что мы страдаем? Дай, дали мне сейчас взрывчатку, я пошла сама, вот, взорвала его, и все. Красномордая тварь ты, алкоголик ты несчастный, Господи, за что страдают люди, за что страдают семьи, Господи, Господи, двое детей тоже вот осталось, сейчас приеду. Ой. О, Господи! Ну, дорогая. А во сколько это произошло, скажите? С 11:00 до 12:00. Сейчас придет муж, сейчас он расскажет, он тут вот лежал, а ее вот тут вот убила. Говорит, я в крови. Просила помощи, говорит, Игоречек, помоги, она еще разговаривала и все. А что, ну ни связи, ничего нету. Люди сбежались на, говорит, на эту. Вот, муж, и говорит, расскажи. Это кочегарка или газета? Горловка сегодня. Горловка сегодня. А что ты расскажешь? Ну, комментарии они берут. Как случилось? Во сколько это было? Вон он комментарий, напомню. Вот здесь бежала. Оттуда прилетела. Что еще? Собаки, они есть собаки. Сволочи. Напивалась. Людской крови никак не напьются, карманы никак не напьют. Господи! Один снаряд к вам прилетел к дому. Вы знаете, как вам сказать, сюда как будто один, пятиэтажная, 18-й дом, туда тоже, там были там? Ну, три было, а где третий? Там вынесло полностью тоже, второй этаж вынесло. Ой, ну, этого отца с детьми вообще присыпало конкретно, они еле только выбрались оттуда, приходил как после строительства.
И третий где-то приземлился. Мы не знаем где. Реально не знаем. Это было очень страшно. Так. А чем стреляли, не знаете? Знаете, я нашла в цветке прям такую, реально какую-то лупу, такая вот маленькая губочка. Я не знаю, что это, когда мы убирали Елену в квартире. Она такая, как с крылышками вся. Да. Муж сказал, это идет разрывной этот, когда он выбрасывает вот эти снарядики.